Мы находимся на выставке Household Experts, говорим с нашими гостями и партнерами. Михаил, расскажите, чем занимается ваша компания и что собираете представить в 2019 году рынку, чем собираетесь удивлять? Группа компаний «Титан» специализируется на выпуске органической и неорганической химии. Мы занимаемся выпуском производства каучиков, метилтрибутилового эфира. Готовим к запуску, и в этом году рынку будет представлен фенол ацетон, изопропилбензол на основе нового катализатора цеолитного. И будет представлен изопропиловый спирт нового поколения. А вы ингредиенты, сырье или вы конечный продукт, который могут покупать в магазинах или про что? Мы в данный момент являемся производителем неконечной продукции. Мы готовим продукцию для среднего и малого бизнеса, что является именно компонентами для производства. Если говорить про МТБ, то это производство для неэтилированных бензинов пятого класса поколения. Если говорить про изопропиловый спирт, то это абсолютированный изопропиловый спирт, который умывается в охлаждающих жидкостях, в омывающих жидкостях. И то, что сегодня у нас применяют, многие балуются метанолом, что, в общем-то, приносит достаточно большой вред здоровью, то мы выпустим на рынок с великолепной органолептикой спирт, который может применяться как в медицинских целях, так и в бытовой нашей химии. Это ваши собственные разработки или какая-то франшиза, чья-то технология? К сожалению, лицензия зарубежная. Катализатор зарубежный, но мы имеем уже сегодня наработки, и при поддержке Минпромторга сегодня разрабатываем возможность замены катализатора на производство именно российского катализатора по выходам, по качественным характеристикам, аналогичный импортному. Спасибо большое, не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми производителями и гостями.